Короче, ребята, вот такой девайс. Переходник на автомобильный компрессор. Здесь у вас обычный, казалось бы, такой штекер для лодочного клапана, подходящий для любого клапана, как обычного там, так и высокого давления. А с другой стороны, вот эта история под непелек автомобильного компрессора. Решает на самом деле очень многие проблемы. Вам не нужно таскать с собой какой-то гигантский ручной или ножной насос для того, чтобы накачать вашу лодку, аттракцион или все что угодно, все, что у вас есть надувное с лодочным клапаном. У вас есть в автомобиле компрессор, который вы достаете, и при подходе к водоему или к тому месту, где вы собираетесь использовать надувное изделие, просто вкручиваете ваш лодочный клапан, а с другой стороны подсоединяете компрессор. Включаете компрессор, накачиваете до нужного давления, и все, можете использовать. Но не забывайте о том, что надувное изделие может лопнуть, а автомобильный компрессор – штука мощная. Докачивает до двух, если до двух или до трех атмосфер. А в обычном надувном изделии давление следует держать на уровне 0,2-0,3 атмосферы, а в изделии с высоким давлением, в случае с аирдеком, там до 1 атмосферы будет, в принципе, достаточно.